Значит, композиция может кому-то показаться странной, но тут важно такой момент учесть. Вот эта странная стена, эклектичная очень, она представляет всех участников этой выставки. Значит, участников 14 в первой выставке нашей «Зеленой коллизии». Значит, кто-то прислал по одной работе, кто-то по несколько. Значит, кто по одной, значит, она висит здесь. У кого по несколько, по одной сюда поместили. Значит, поэтому такая вот эта стена. Та стена продиктована геометрией пространства, которое строители нам оставили. Значит, вот найден такой прием, тоже может быть он покажется странным, но вот так. Возможно, все дальнейшие выставки также будут формироваться вот по такому принципу, может быть, нет. Вот. А в общем плане хотел бы действительно сказать спасибо всем художникам-участникам, галеристам, вот здесь есть галеристы тоже, пример которых нас вдохновлял, и действительно, у которых мы кое-что переняли, ну, пытались перенять, вот, подсматривали какие-то решения, может быть. Вот. Про вообще идею этого помещения. Чем она хороша, чем плоха? Да, значит, помещение минимум. Это не квартира, это не жилой фонд считается, но что-то в квартире здесь есть, да? Потолки средней высоты, мы выше, чем во многих квартирах, но все-таки не сверхъестественные. Три комнаты. Картины небольшие. Значит, мы не берем большие картины. Пока не берем, мы не знаем, будем ли в дальнейшем брать. Принимать для выставок. Но вот то, как они висят, возможно, кого-то из любителей искусства, собирателей, или будущих собирателей, которые пока еще до этой мысли не дошли, но наведет на мысль о том, что вот в интерьере квартиры можно и хорошо иметь картину. Любой кусочек. Картина, да. А стеночек. И поскольку здесь их можно иногда и приобрести будет, то вот такая идея тоже. Есть. Вот. И тогда я действительно, чтобы оправдать вот эту приставку клуб, клуб-галерея, значит, полноценного концерта не буду делать, потому что многие не любят, как люди поют, конкретно как я пою. Вот. Но то, что это клуб, и в этом плане будут помимо выставок здесь устраиваться, наверное, как мы хотели бы, может быть, концерты, лекции какие-нибудь. Выступления интересных людей, просто да, поэтические вечера, может быть, какие-нибудь. Да, вербальные жанры и прочее. А сейчас, значит, зеленый цвет, зеленая коллизия, он, конечно, в живописи играет огромную роль, и в литературе он играет огромную роль. Конечно, вот если частотность слова «зеленый» и однокоренных ему слов посмотреть по произведениям, много. И я вот подумал, у нас будет, наверное, здесь вот в ближайшие недели песенный вечер, посвященный, ну, как бы искусству, может быть, в целом, а может быть, зеленому цвету. Вот подобрать песни, где слово «зеленый» использовано. Сейчас я никоим образом не берусь исчерпывать эту тему, невозможно. Попробую две песни спеть. Две-три. Ну, которые как-то вот не только со словом «зеленый», но еще и вот ситуационно как-то немножко, мне кажется, релевантны. Дай бог мне голоса.